расслабимся, как обычно. Возьмем на себя ответственность погонять мурашки по вашему телу сегодня. Как обычно, расслабляемся, ни о чем не думаем. Занимаем ровную поверхность, завариваемся и балдеем. Вызывает мурашки. Я думаю, что будет всем интересно шептать, вернее слушать шепот. И вот шепот — это мурашки.
парим в облаках. И вот приятный, теплый ветерок. И вот небольшая тучка заслоняет нам солнышко, но быстро проходит. И мы снова тешимся в лучиках этого прекрасного, теплого энергетического потока. Вот, замечательно, летим. Можно расставить руки во все стороны. Можно расставить во все стороны все свои мысли. Можно все свое воображение разбросить на большие расстояния. И там нет ничего, только теплый воздух. Мы не можем ничего потрогать, а нам и не надо ничего трогать, потому что мы наслаждаемся полетом. Прекрасным полетом легкой пушинки. Теплого, белого, беззаботного облачка. Нас ничто не интересует. Нам хорошо, тепло и уютно. Вот замечательное состояние легкости. Обалденное состояние беззаботности. Вообще непонятно, как мы не могли дойти до этого раньше. Почему мы не могли полетать, как облачко, высоко, беззаботно, без мыслей, без всяких каких-либо причин, понестись по ветерку, полетать в этом прекрасном, теплом, интересном пространстве. И вот сейчас мы знаем, что мы можем. Можем, потому что это наше право, это наше время. Вот мы летим. Вокруг нас атмосфера приятная, свежий, чистый воздух. Прекрасное легкое состояние. Настолько. Прекрасно. Пространство. Мы находимся вместе.
существование в этот момент нам непонятно. У нас нет желания вдыхать кислород, ровно как и выдыхать. Мы просто находимся там, где это совершенно не нужно. Наша фантазия или реальность, где же мы находимся?
Очень быстро, примитивно и эффективно. Ученые недавно
это не важно. Это к слову. Отвлеклись немножко, зацепили ваше внимание и дальше получаем удовольствие от того, как снова успокаиваем наше сознание и подсознание включается в процесс записи происходящей информации. Получаем информацию и ее не анализируем. Нам в моих СМР-сеансах по большей части анализировать в добром здравом уме нечего, потому что здесь полный бред. Кроме эффектов от шепота и музыки. Это к слову. В общем, все очень просто. Подсознание делает свою работу. Ваша задача, собственно, это получать удовольствие от того, что происходит в картинке. Остальное все за вас сделает ваше подсознание. Самая простая задача, самая простая, банальная и примитивная задача стоит перед нами. Получить удовольствие. Но нам хорошо. И мы летим. Мы почему-то не переживаем, что мы летим в никуда. Что-то нам подсказывает, что смысл нашего полета совершенно очевиден и логичен. Но мы не пользуемся земной логикой. Эта логика не работает в данный момент. Приближаясь к объекту, который мы даже не можем описать словами,
материи противоположны. Мы находимся на стороне антиматерии. Мы находимся там, где ничего нельзя потрогать. Мы находимся там, где это вообще и не нужно. Все, что там происходит, это процессы движения, волн, колебания энергии. Все самое позитивное, хорошее, веселое, энергичное, теплое, прекрасное. Это и есть энергия. И мы являемся ее частью. Это так, как будто бы мы окунулись в бассейн. И мы стали частью этого бассейна. Вся вода, которая была в бассейне, она забрала нас в себя. И вот мы являемся частью одного большого, прекрасного состояния. Вот это состояние нас заряжает. Мы получаем энергию. Мы хотим отделиться, а может и не хотим, и мы не понимаем, зачем мы должны отделяться, ведь нам так хорошо. Мы — это часть чего-то огромного, большого, бескрайнего. Мы — это то, что вернулось туда, откуда ушло. То есть наша энергия вернулась куда-то, где ей хорошо, прекрасно, тепло, уютно, комфортно. И мы летаем. А может быть, это и не называется летаем. Мы находимся, а может и не находимся. Мы просто есть, мы существуем там, где была вечность, где время — это инструмент, как колеса в машине. И время — это опция, которую можно взять, распорядиться ею и положить на место. В нашем мире, в котором мы слились с одним целым Вселенной, есть много инструментов, которые не работают. На Земле, на планете. Эти инструменты доступны нам в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Прекрасное состояние. Космическое состояние. То состояние, которое не подвластно никаким физическим законам. И мы не пользуемся законами физики. Мы знаем, что происходит, но мы не можем объяснить, потому что мы не знаем таких слов. Мы не знаем таких процессов, но мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что все хорошо. И нам прекрасно, хорошо, приятно. В этом состоянии мы находимся сейчас, когда мы отдыхаем.
начинаем ощущать себя внутри состояния обладания вещью или ситуацией, в которой мы уже и которая уже у нас. Наша мечта свершилась, мы начинаем ей пользоваться. Как это будет происходить? И вот, все наши мысли окутаны. Мы подробно разбираемся в том, что это, как оно. Наша мечта, и мы в ней. Всегда наши мысли идут в начале, а мы идем за нашими мыслями. Как только человек что-то подумал, придумал, ему это понравилось, он приступил к выполнению. Так все и устроено. Все всегда работает по одному и тому же принципу. А мы занимаемся нашей мечтой, мы думаем, мы наслаждаемся. Ведь у нас есть 15-20 минут теперешнего состояния. И никто нас не осудит, никто не скажет, не критикует. Потому что мы находимся внутри, а никто не слышит. Не стесняемся, смело, уверенно мечтаем, смело, уверенно находимся внутри состояния сбывшейся мечты. Делаем все.
каждого утюга сейчас к нам пробивается информация про позитивное мышление, про хорошее поведение в обществе. Мы знаем со школы, мы знаем с детства, что нам родители говорят. Это нельзя. Почему ребенку нельзя спросить что-то, что его интересует? Потому что это не культурно, что люди скажут. Да как так? А почему ребенок не может это спросить? Вот ребенок чистый листик. Он может спросить, и его искренне интересует то, что он спрашивает. Он еще не научился утаивать, он еще не научился кривляться. Он еще не актер, какими мы все являемся. Потому что мы все в своем большинстве актерами. Мы все играем свою роль, потому что в обществе нужно выполнять правила. И эти правила какое-то. When we look at others who have accomplished great things, perhaps we should look at them as a fountain of motivation. But rather study them to see how they accomplished what they did. Can we replicate it? Sometimes you can't. Some of the best musicians in the world are the worst teachers. Why? Because you can't teach talent. You can't teach pain and virtuos. That's not translatable. My younger son, Michael, plays the jazz bass guitar. He studies the music created by Jacques Ravel. He revolutionized how the bass guitars is played. He was brilliant. And you can teach brilliance. Someone like Jacques has a relationship with his instrument that you can have. Jacko hears music like few others do. Things that come naturally to him that are hard to explain and hard to teach. Those things
собственно, давайте-ка. Сейчас я этот фонарик зажгу. А вы постарайтесь следить за ним, сфокусировать. Марзянсик, расслабляющих всяких плюшек. У нас уже полным ходом идет. Вы, естественно, заняли комфортную позицию в пространстве. Вы, естественно, завалились, расслабились и получаете удовольствие. Но и это важно. Собственно, важно еще то, чтобы вы ни о чем не думали, но это как обычно. Опять летит фонаричек такой, хопа, и вот сейчас вот присматриваемся
приятного, но по чуть-чуть. Состояние невесомости – это состояние, которое должно сейчас нас одолеть. Мы должны просто загипнотизироваться таким маленьким интересным фонаричком, таким шу-шу-шу. Но еще рано. Сейчас пока что еще просто отдыхаем, не придаем значения словам, просто слушаем какие-то интересные звуки, возможно, что-то услышите для себя такое, что вам понравится. Возможно. Потому что у нас
Возможность отдохнуть.
several steps, and my objective is to define each and every step and explain how to do them. You do A, B, sorry, you do A, B, and C, and you will have go last or finish. Whether is teaching associated how to take the position teaching firms, how to implement in association.
Те, кто пока живет, стоит.
побежали, побежали, побежали.